Майские праздники остались позади, как и это только что просмотренное нами видео. А впереди снова трехдневные каникулы. Треть украинцев уезжает отдыхать и чаще всего на поезде. І от наші допитливі Іра Петькун та американець Рікі взялися на власній шкурі і нервах перевірити залізничний сервіс. Які прикрі бонуси їх чекали, крім оплачених білизни та рушника, дивимось. Вот в этом поезде мне предстоит провести ближайшие 8 часов. Я решила ехать в направлении Львова, Ивано-Франковска, Ужгорода. Это уж очень популярные города среди туристов. 45-е ваше. Дякую. О том, что я буду ехать в плацкарте, я, конечно же, знала заранее. Места оказались боковушки. Чемодан на ступеньке тащила сама. Мог бы, конечно, мой проводник мужчина помочь. На первый взгляд вагон кажется чистым, но это пока не присмотреться повнимательней. Вот он, со скрученными лапками, занял лежачее место прямо у меня на подоконнике. Но, как выяснилось, дохлый жук в качестве соседа – это еще цветочки. Но это, наверное, только мне так могло повезти. Я оказалась в вагоне, в котором, наверное, человек 15 цыган. От мала до велика. Они постоянно вот это шастают, посматривают, где у кого что интересное есть. И честно, мне страшно. И кажется, с тем же чувством едут и мои соседи. Поехала тоже от такого. И тоже человек 10. И что вы думаете, утром поднялась женщина, приходит у славян там под Мукачевым. И что вы думаете, босса? Обувь забрали. Само что взят. Все боятся, но нет такого закона, который запрещал бы цыганам ездить в поездах. В общем, сегодняшней ночью придется мне глаз не сомкнуть. Рике, как у тебя началась поездка? Мы ехать в Одессу. Когда я увидел свой трейн, я очень обрадовался. Он большой, красивый and modern. Прямо как у нас в Америка. Какой девайс. Везде very clean и приятно пахнуть. А еще есть ТВ, кондиционер. А во время дороги я почти не слышу звук поезд. Это wonderful. Но мы ехать уже 15 minutes, а я еще не увидеть контролер. Интересно, почему мне до сих пор не проверить билет? Это очень strange. А у меня тут началось опостеливание. А, влажное? Просто видно только в прачке. Может, оно, конечно, из прачки, в смысле из прачечной, но почему белье, извините, такое грязное? Звель какая-то или что-нибудь. У моих соседей просто не тоже рассказывают о своем бурном и, кажется, уж слишком долгом прошлом. Есть? А покажите ваш. Да, вот смотрите. Не, ну все равно нужно же списываться, раз такое дело. Успокойтесь и не витирайтесь им. У нас же без волос, у меня было и с волосами. С волосами чужими? Извините, в полном шоке от так называемого чистого белья иду к проводнику. Случайно нету еще одного полотенца? Оно ж после стирки. А вот этот чище, думаете? Ну вы мне дали второе, так оно, извините, ну такое же. А их стирают же после вот нас. Я же не знаю, он все порошок кладут. Не услышала, что вы имеете в виду? Что стирают воруют, без порошка? Воруют. Слышали? Завтра просто ополоснут без порошка, засунут в кулек и выдадут вам под видом чистого. Это ж какие болячки после всего этого можно подхватить? Да я говорю, не пользуюсь. Не пользуетесь, да? Вот вам чистая правда, как она есть. Рики, я не хочу больше тут ехать. Ира, я пока не жаловаться. Этот трейн довольно хорош, но я еще не видеть туалет. Совсем не пахнет. Наверное, первый посетитель в этот туалет. Вау, это не простой туалет. Это вакуум-туалет. Это civilization-туалет. Сначала мне показаться, что здесь все cool, пока я не увидеть вот этот супер-гаджет. Гигиеничные подкладки для туалета. Странно. Впервые в мире вижу такой подкладка. О, май гад! Здесь можно сразу почитать программу телепередач. А как пользоваться этим, простите, подкладкой для туалета?
Я вот оттуда их извлек, а одну я не смог извлечь. Да, я официант. Официант? А, то есть вы в туалет не ходите? Я не знаю, как ее пользоваться. А, не знаю, как пользоваться. Я знаю, как пользоваться прокладкой для туалет, но таким я еще впервые в жизни пользоваться. Вы это видите? I'm shocked. Они положить в этот новый красивый поезд обычный кусок газета. Так, а что здесь? Ау, фух. Он полностью забит. А как же мы будем ехать? Мы сами должны просить и выносить мусор как дома? Меня это очень расстроит. Я иду искать проводницу, а она сама бежать мне навстречу. Я просто прошу не сниматься. Да, присядьте на свои места. Да. Вы сейчас присядьте, простите, мы имеем право вас задать этот вопрос. Почему заполненный полностью мусорный контейнер? Надо показать вам это. Мы только-только отправляться. На посадке сколько человек успели сходить, чтобы заполнить мусорный контейнер? Простите, что это за подкладка для унитаз? Вот я изъять ее отсюда, там еще есть такие же. Вы так и не сказали, что это за подкладка. Вы ни одного вопроса так и не ответили нам. Почему грязный, почему заполненный? Я попросить прийти ко мне начальник этот поезд. Я хотеть узнать, что за бардак здесь происходить. Ведь этот поезд стоит 352 гривна. И такой terrible service. Как думаете, что я услышать в ответ? Значит, шановні, сейчас вы вимикаєте камери, потому что вам никто не давал дозволу снимать. Поезд – це режимний об'єкт. Я сказав, вимикаємо камери, потому что я сейчас останавливаю поезд. Вызываем милицию, саппортную группу, хай они вас проверяют, ваши камеры. Может, у вас там бомба, откуда я знаю, что вы кому снимаете. Но я не террорист, I am tourist. Окей, я не ходить в туалет до конца пути и, конечно же, выключить камеру. Я же просто хотеть приехать в Одесса, а не попасть в тюрьму. Рики, говоришь, туалет у тебя плохой? Добро пожаловать в эту газовую камеру. Впечатлительным рекомендую взять рвотные пакеты. Для справки, прошло всего полчаса, как мы отъехали от Киевского вокзала. Вы понимаете, что это за лужи? Вонище страшно. Мне кажется, кто-то промазывался, причем многократно. Вот так. Вот так. Вообще никакого мыла, пожалуйста. По правилам, перед каждой следующей поездкой поезд должен быть идеально вымытым, со свежими средствами гигиены. Мы с вами, между прочим, за все это недешево платим. Цены на ЖД-билеты только за этот год выросли аж на 20%, а с 1 июня будут еще выше. Так что не жалуйся, Рики. Ты на своем современном метеоре домчался до Одессы за каких-то 6 часов. Не то, что я. Мне на этой колымаге еще ехать и ехать. Одесса – очень красивый город. Я гулять по этим прекрасной улице весь день. Назад я решить ехать в обычный Ukrainian train. Я очень устать и хотеть спать. Еду в купе. Вот мой вагон. И я еле туда зайти. Здесь очень темно, как в погреб. Степан, а почему так темно сейчас? Вы пробовали включать? А, тут есть еще включатель? Да. А, простите. Простите, вот так теперь светло будет, да? Просто у них так светло, а у нас... Может, она нагреется? Может, она нагреется? Может, это экономная лампочка? Ага, вот так она, видишь, как работать? Мне уже страшно. Я же ехать в поезд, а не в подвал. В этот вагон целых 3 розетка. И ни одна не работать. Электрику надо сказать. Электрику? А можно ему сказать, чтобы он исправил? Он не справит на ходу. Как не исправит? Ну как это в ходу? А давно они уже не работают? Откуда мы знаем, что нам поставили? Я сейчас занята билеты по комиссии. Окей. Бог с ней, с этой розеткой. Здесь же холодно, как на Северный полюс. Да, холодная батарея. О май гад. Замерзнуть. А у нас тут пришло время полдника. Я заказала стакан черного чая. Проводник заверил меня, что цена его в билет не входит. А билет ведь у него, так что пришлось верить на слово и платить 5 гривен. А теперь будьте очень внимательны. Что он не красит, да? Ничего, да? Что он не красит. Вообще не растворяется. Он хоть горячий?
Первый раз такой вижу. Так и не дождавшись, когда черный чай станет черным, решила взять сахар, чтобы хоть какой-то вкус был. А еще можно сахар? А еще можете? А еще? Так, у нас же 2 стакана. Все, больше не можете? 2, 3, 4, 5, 6. Повезло мне с проводником. Очень щедрый попался. А мне в этот ужасный трейн чай, Ира, и в горло не лезть. Здесь так вонять, особенно в туалет. Не хотеть это все трогать. Я даже не хотеть чистить в этом свинарнике зубы. Иду спать неумытый. What is it? Shit. Как странно пахнет. Как будто кто-то не мыл ноги. Очень долго. Oh. Может, не стоит это делать? Оно пахнет как кислый борщ. Я же не могу умереть. Холод. Буду спать в кислый борщ. Я тем временем доехала до Львова. К счастью, этой ночью ромалы никого не ограбили. Перехожу на поезд в обратную сторону. Снова плацкарт. Но посмотрите, какой. В бархате едем. Похоже, мне попался самый патриотический вагон из всех, что может быть. У меня здесь даже матрасы правый сектор. Как ни странно, постель в этом поезде оказалась белоснежной. Значит, могут, если хотят, стирать белье по правилам, с порошком, а не как попало. Доброе утро, Ира. Я почти вернулся домой. Thanks God, этот ужас почти закончится. Да я постель, кучуется, через 30 минут уже в Киеве будет. Кого сдавать? Постели? Сдавать? Постели? Мне не надо матрас, мне тільки постель, яке я вам видавала. Одеяло оставляйте, матраси там. А. Що ви мені принесли? А ви же сказали постели. Мене. Ви же сказали постель. Мені не надо знімати у вагоні мене. А, пліс, ну тоді заберіть те, що вам потрібно. Ви вносите назад все. Назад? Купе назад. О май гад. Вперед назад. Нічого не понятно. А я последние минуты перед выходом из поезда, как того и требуют традиции, любовалась красотами вокруг. Через пару минут я снова прибыть в Киев. Ура! На Railway Station меня ждать Ира. Она тоже в шоке. И ну знаешь, что вот самое интересное, что все люди молчат. Это возмутительно. Почему они? Как люди могут? Вы же в Европе жить. Как можно это терпеть, я не понимаю. Подожди, у меня каблуки, что же не забывай. Прямо на вокзал мы сразу идти писать жалоба. Как говорят у вас в Украине, не отходя от касса. Надо обязательно рассказать всем про грязный постель, поломанную розетку, бесцветный чай и очень вонючий туалет. Книга «Скарга пропозиции». Здесь она? Да, заходка. А нам нужно заходить? Зайти туда? Конечно. Ты здесь был когда-нибудь? Ну. Сквозь стену. Заходь ты. Как в «Гарри Поттере». Минут 10 мы искать вход в эту потайной комнату. А они увидят, что мы с камеры и уже не хотеть нас пускать. Но у Ира есть связи. Она звонит прямо в пресс-служба «Укрзалезница». Думаете, нам это как-то помочь? Поезда. 48 поезд – это поезд Одесской железной дороги. Вам необходимо либо подать жалобу на начальника Одесской железной дороги, либо на Укрзалезницу. Дело в том, что мы на нескольких поездах ездили. Вот, в частности, еще были в направлении Львова. Это Львовская железная дорога. То есть это тоже не к вам абсолютно, да? Да, это не наша железная дорога. Для того, чтобы оставить жалобу, нам с Ира опять надо вернуться в Одесса и Львов. В Фейсбуке есть сайт «Укрзалезницы», вы можете онлайн заявить, передать им жалобу. И таким образом эта жалоба попадет в нужные руки. Окей, в Фейсбук залезть – no problem. Я надеюсь, что работники «Укрзалезницы» примут меры, и мы больше не будем спать на грязном белье и пить бесцветный чай. Ты через месяц готов поехать по тому же маршруту? В отпуск.
В отпуск, да, летом как раз. И мы очень надеемся, что next time мы не увидим весь этот ужас.